Всем привет, с вами Арсений Ходин. И в сегодняшнем уроке я вам покажу, как сделать кинематографический райз. Зачастую используем их в трейлерах и тому подобное. Ну, на примере я вам сейчас покажу, как это будет звучать. Я уже подготовил один райз, сделал и повторю это. Вот так он звучит. Ну и, конечно же, с металлической основой. Удар меча от библиотеки Boom Library. Sword Hit. Давайте выберем любой другой. Например, этот. Сейчас добавлю ревербератора. Добавим ему пространство, чтобы у него был длинный хвост. Вам может вообще пойти любой ревербератор с хорошо настроенным длинным декеем. Ну и чтобы все частоты у него присутствовали. Ну, можно чуть-чуть вверх занизить. Вот, это встроенный эквализатор. Я, честно, выбрал просто обычный пресет, не настраивал. Вот. Мы можем с вами, конечно, и с нуля сделать. Сейчас посмотрим здесь дефолт. Так, есть здесь дефолт? Нету дефолта. Ну, неважно. Давайте возьмем длинный Big Spaces. Ну, например, паркинг. Вот у меня стоит. Вот. С ним он будет звучать. Так, то он отключил. Вот на данный момент у него сейчас длинный хвост. Я его замораживаю, экспортирую в аудио. Вот такой у меня получился сейчас длинный эффект. С глубоким пространством от ревербератора. Я делаю реверс. Будет он у меня звучать вот так вот. Вот, вполне пойдет до сюда. Вот здесь у нас концовка будет, потом, наверное, обрежем это. Вот. Я убираю лишний варпинг. Мы, конечно, можем его так, да, мои слова, можем его. Сейчас мы его можем транспонировать. Можем растягивать, чтобы был подлиннее. Так, выбираем функцию текстур. Хотя можем комплекс, оставляем такое же металлическое звучание, в принципе. Сделаем его подлиннее. Он у нас будет. Давайте этот самый подъем. Thank you.
и так закончим. Пока что. Добавим ему. Или не сейчас. Ладно, неважно. Давайте дальше пока пойдем. Теперь мне понадобится массив. Вот у меня массив. Открываем его. Вот по дефолту. Отключаем осцилляторы. Нам отсюда надо будет всего лишь белый шум. Вот, оно по настройкам будет стоять вот так вот изначально. Выкручиваем эту ручку на максимум. Ну и, конечно, на максимум color. Нам надо будет белый шум полностью. Ну вот, у нас белый шум. Белый. Потом я добавил плагин Aerosin, который делает стерео на этот. Он начинает сейчас у нас играть в стерео. Можно поэкспериментировать. Так он будет в моно играть, так в стерео. White noise. Вот. Ну и добавил ему фильтра, чтобы наш нойз постепенно нарастал по частотам. Так, любую ноту берем, неважно какую, он у нас все равно питчиться не будет. Хотя мы можем его потом в принципе и запитчить. Вот. Можем сделать так. Поднимаем его. Опять же, я его замораживаю. Так, давайте продублируем, еще массив понадобится. Экспортирую в аудио. Вот наш белый шум. Теперь мы можем, в принципе, здесь попробовать добавить pitch. Будет все выше и выше. Это уже слишком. Ну, в принципе, пойдет. Не суть. Сейчас у нас все будет звучать таким образом. Важно баланс выстроить. Вот. Потом, после него, нам понадобится тот же массив. В принципе, те же настройки, но нам надо будет сейчас металлический звук, вот этот призвук. Да я даже уберу. Вот это нам надо будет сейчас. Я это обратно экспортирую в аудио. Делаю подъем. Чуть-чуть. Добавлю я питча на концовочку. Вот так. Вот. Можем даже сразу ему добавить пространство такого в стерео. На левый и правый канал тут уже.
Ну, сейчас у нас, в принципе, середину нам основы дает меч, удар по мячу. Потом нойз, белый шум, и металлический нойз. Следующее, что нам понадобится, это любые скрипки. Ну, неважно, может быть и синтезатор, все что угодно. Ну, опять же, на данном примере я просто, неважно, это будет библиотека Eva Grid Strings, а не обычно с всякими искажениями. Вполне нам подходит. Можем даже не одну ноту выбрать, а целый аккорд. Или квинт-кварт. О, как устрашающе звучит. Не суть. Опять же, мы это замораживаем. Экспортируем в аудио. Пока отрежем хвост. Нам еще может понадобиться. Убираем варпинг. И тут же нам опять же понадобится pitch. Да, это отметки можно вообще. То также можно сюда добавить стерео, можно много раз это поделать. Всего лишь это эксперименты. Саунд-дизайн, можно со звуком делать все что угодно. Ему бы не помешало ревербератора какого-то, чтобы пространство было больше. Ну, неплохо. Так, экспортируем. Конечно, здесь я слишком много добавил ему ревербератора, но неважно, суть вы вообще понимаете. Ну и нам нужна составляющая какого-то там низкого. Можно, конечно, сделать... Так. Какой-нибудь сам дизайн в питчевый. Поиздеваться над этим. Тут у него даже тоже ревербератора какого-нибудь добавить. Можем попробовать подмешать. Хотя нет. Ну, не важно, давайте обычного добавим. Так. Берем. Подрежем его так. Decay, hide, size побольше. Он слишком у нас
Так уже получше будет. И помягче. Но тут у нас не хватает на этом отрывке в самом конце какого-то вхуша, свуша. Неважно, что вот такой звук. В принципе, вот как я сейчас свистнул, можно записать, попробовать. Вот. Ну и обычный удар. Удары это у меня будет другой уже. Как создавать вот такие эффекты. Вот. Видите? Вот такой вот нам надо будет эффект. Ну, в принципе, он уже почти готов, но не готов еще. Так, что мы еще можем добавить? Ну, я вообще в прошлом эффекте, который вам сразу показывал, просто взял обычный дрон с какой-то библиотеки, который звучит вот так вот. В принципе, это куча всяких звуков. Металла, как слышно, который по нарастанию поднимается. Ну вот, мы можем. Ну, конечно, он добавляет тоже такого. Можно всякими такими варьировать, да. Ну, вот, автоматизации всякие добавить. Можно вообще добавить тремоло. Так, у меня здесь, наверное, нету его. Тремоло, тремоло, тремоло. Нет, в плагинах нету, а здесь есть. Ну, это в шифтере, наверное. Давайте посмотрим, как там у нас. Можно вот так это сделать. Допустим. И можно поставить обычный вхуш. Свуш, из чего угодно его сделать. Ну, как бы у нас на данный момент он здесь. Вот. Ну, еще можно. В прошлом у меня эффекте был обычный хит, из которого я сделал вхуш. На него я добавил. Ага. Так, дорожку не будем изменять, потому что у меня на нем была обработка. Вот. За счет чего мы вхуш создаем? Создаем вхуш за счет вот этой автоматизации. Сейчас моя она включится. Так, это не та дорожка. Тоже не та. Ну ладно, неважно, сейчас покажу. Show automation. Вот наша автоматизация. И мы вот так это сделаем. Вот, за счет этого эффекта у нас будет вхуш. Ну вот, он нас подводит к этому удару, в принципе. Вот. Давайте возьмем, сделаем ресэмплинг. Конечно, у нас тут бардак получается, но... Это пока замьютим. И... В принципе, готово. Вот у нас и райс получился. Ничего сложного, но опять же можем добавить ему стерео с помощью плагина Filter Delay.
Вот, есть всякие стереорасширители и тому подобное. Ну, он создает стерео за счет вот этих задержек, которые я здесь выставляю. То есть он проигрывает с разным интервалом два одинаковых канала. То есть вот это аудио. Мне не нужно, чтобы в концовке у меня было стерео. Ну вот, в принципе. Опять же, freeze track, flatten. И вот у нас получился эффект. Никто нам не мешает сделать всякие такие моментики, как... Например, это. Да, то есть, ну, можно быстрее. 32. То есть, это можно сделать за счет панорамы, конечно, автоматизации. Ну и тому подобное. Как бы это уже на ваше усмотрение. Также можно сделать автопанораму. И тому подобное. То есть, как вам вообще угодно, вы можете расширять. Можно вообще добавить любой delay. Ну, давайте мы добавим delay, сделаем transformation финал. Стерео. Ну вот, например. Так, фидбэк у нас пусть стоит такой. Здесь у нас миллисекунды нужны. Поставим 50. Вот как. Так, это мало. В принципе, вот. Можно с любым встроенным сделать, не обязательно это делать только на плагинах Ableton. Сама суть вам должна быть понятна, это все layering. Так, это simple, опять же, должна быть одинаковая задержка. Если не одинаковая, получается, конечно, прикольно. Например, тут очень важно, это ручка фидбэк. Видите? Это же можно отправить на send канал. То есть подмешивать. Ну вот такое вот, типа. Можно фидбэка больше, можно добавить больше. Тому подобное. С ревербератором очень красиво сочетается. Если ревербератор поставить, получается трансформейшн такой с хвостом. Где у нас? Хоть один ревербератор. Давайте возьмем внутренний пресет какой-нибудь длинного хвоста. Так. Как у нас? Не так. Не так.
Ну, давайте одинаково какую-нибудь задержку поставим. 25. Нет, давайте больше. 40. 40. Он создает этот эффект. Ну и это уже подмешивать. Уже это по усмотрению каждого человека. Это сколько? Это ручкой можно подмешивать. Ну и тому подобное. Балансу тоже. Ну, что-то подобное получилось у нас. Ну, в принципе, на этом я закончу. Не знаю, наверное, опять длинный урок получился. Здесь я просто металл автоматизировал отдельно. В общем, на этом урок закончен. Всем спасибо. С вами был Ходин Арсений. Подписывайтесь на мой канал Excelsior Official, также на Wikisound. И до новых встреч!